Я представляю торговую марку, когда начинается искусство. Хочу поблагодарить ЦК «Урал» в помощи в организации этой выставки прекрасной, агентство развития регионов и Анне Твердовой. Хотела бы высказать свое огромное спасибо. Ну, по-моему, никого из них здесь нет. Наверное, они подойдут позднее. Итак, наверное, слово предоставляю Сюрену. Немножечко Сюрен расскажет о своей выставке, потом мы посмотрим такой фильм. Ну, не фильм, это, скорее всего, просто съемка на телефон о том, о чем пишет художник. Ну, я не знаю, кто захочет, тот будет смотреть там почему-то. Что я могу сказать? Я вот уже сказал все, что думал. Может, какие-то вопросы у кого-то возникли? Почему такое? Сложно сказать, но все же начинается постепенно. Сначала одно, потом другое, потом третье, потом в итоге получаются какие-то странные работы. Даже